утро всем. Сегодня у нас 9 марта. Мы вышли на улицу снег почистить. Купили новую лопату. Потому что старая невозможно. Выпал очень много снега. Вот оно, чудо наше. Рексик. Ой, пойду я схожу к Рексику. Сейчас братец свой выйдет. Будет тебя катать. Рексик. Пёсик. Ты маленький лохматый друг. Все, все, угомонись. Никто тебя не выпустит. Ты опять все растащит. Идем тогда кататься, будем папе мешать. О, какие серьезные. Что тебе рассказывать? Давай. Это первое множитель, это оно. Первое цифра. Но. Второе множитель, это тратится. Как его, картина? Произведение. А произведение это ответ. Правильно.
мама. А. Макс вот такой вот на его лапу. А, на его лапы? Ой, на его руку. Наверное, поздоровался. Ну, Макс, ты же все-таки как прикажешь, моя собачина. Ты улыбаешься. Арсюша кто? Ой, теперь надо вон туда дорожку откопать. А я поехала. К бревнам. Мама, это еще другой. А. А, Василий, как ваши мартовские дела? Где тут помойка была? Тут нету помойки. Тут железяка была. Какая? Перестань. Укинуть надо эту херню. Уйди! О, мой байк. Я уже на нем... Васенька, вот. Мама, я уже на нем катался, кстати. Че его нет? У нас сегодня операция И по спасению Рекса от будущего потопа. Рексик, как твои великолепные дела? Ах ты, пёс-барбус, лохматый. Хорошая лопата эта. Мне ей понравилось снег чистить. Второй домик Рекса. Так, господи, лапы-то такие огромные. Я тебе уже давала вкусняшку, хватит. Тебе вредно. Вот, смотри, есть вкусняшка. Вот. Вот, я тебе давала. Кошки не нашли. А ты не попрошайничай. Сейчас надо всю эту кучу вытаскать еще. Да? Смотри, какой тебе Рексик там проход сделали. Чего грустишь? Он грустит. Он грустит. Рексик. Он хочет вкусняшек. И ты тоже хочешь. Я тоже хочу вкусняшек. У нас такие вот ветра холодные, на улице очень тепло. Ой, смотрите, он играет. Ты что там нашел? Ты что там нашел, Рекс?
руки замерзли уже. У нас тут посылочка пришла из Oriflame. Посмотрим. Ой, старый. Каталог почему-то старый. Духи и тушь. Это я заказала пакетик. И каталог новый. Я себе на 8 марта. Аккуратненько. А этот я пока распечатывать не буду. У меня пока есть.